доброго утра. Доброго утра. Сейчас у нас на завтрак будут гренки. А доброе утро вам, молодой человек. Да. Я уже поставила сковородку. Григорий, она горячая будет, сейчас не надо. Поставила вариться компотик, потому что мы вчера весь допили. Опять я свежие ягоды, ну, свежее мороженое и сухофрукты. Так, куда ноги на стол? Стал даже старше меня. Старше тебя? Здесь у меня яйца. 6 штук, чуть-чуть воды, соль, перчик. А здесь у меня батончик. Сейчас будем все это соединять и жарить. Все тут кричат. Да, Фоня? Антошик, иди, шорты одень, футболочку, давай. Так, как же тут без помощников обойтись? Что ты? Нам еще к завтраку купил вот такие вот эклеры с помадкой. Не знаю, будем сейчас пробовать. Мираторговские. Ой, Мираторг. Метрополис. Вот. Мираторговские. А, не открывает. Причем один был перевернутый. Все, сейчас будем завтракать, да, сына? Так, все, не, будем это. Влажность маленькая. Завтракать. Вот я салат свой буду доедать. Вчера делала со шпинатом. Фиржунины эклеры. А это сахар? Да, и там чуть сыра и гренки, которые Антоха нам пожарил. Так, а у нас прям радость радостная из-за того, что привезли нам наконец-то предохранители на микроволновку. Не знаю, вот мы привыкли к микроволновке, и пока ее не было, я прям даже устала разогревать все на сковороде. И мне кажется, уже, допустим, даже плов разогретый на сковороде не такой, как в микроволновке. В общем, я радуюсь. Все отлично, все, стакан воды супер-пупер горячий, мы все попробовали, и здорово. Я все поубирала, поскладывала и постели. Вот, и сейчас будем готовить лазанью. Мне уже прям очень хочется, вперед еще хотела приготовить, но сижу, я сказала, что он не хочет. Но теперь он тоже захотел, так что будем готовить. Для этого нам нужно будет сыр, все, что покупать, да? Помидорки красные я беру, потому что розовые как-то переводить на это дело не очень хочется. Еще лук, чеснок, фарш. Сейчас будем его делать. И сами листики лазаньи. У нас осталось еще полпачки. То есть одна коробочка лазаньи на два раза у нас. Вот такие вот роллтон. Ну, они могут быть любыми, в общем. Одна коробочка на два раза. Мы уже делали один раз, поэтому... Вот. И еще молоко и сливочное масло для и мука для соуса бешамель. Так, у меня тут лучок и чесночок обжаривается. Сейчас буду добавлять фарш. Вот я его приготовила. Ну, весь, конечно, сейчас примерно килограмм. Здесь аж 2 килограмма. В общем, сейчас примерно килограмм добавлю сюда в лазанью. Добавляем. Так, готово. Все, сейчас буду солить, перчить, мешать. Так, пока у меня фарш обжаривается, я готовлю соус бешамель. Здесь у меня сначала я муку обжарила, потом добавила кусочки сливочного масла. И сейчас сюда же буду добавлять потихонечку молочко. Так, вот такой вот соус бешамель получается. Я уже добавила молоко в это сливочное масло. Посолила, поперчила. Примерно здесь сливочного масла меньше, чем 50 грамм. Молока, муки 3 столовые ложки сначала я немножко обжарила. Потом добавила сливочное масло 3 небольших кусочка. Все это превратила в такую вот кашицу и потом уже добавила литр молока, посолила, поперчила и вот теперь мешаю до загустения. Вот. И когда соус, получается, закипит, он загустеет из-за муки, и я все это выключу. Ну, естественно, нужно будет тоже попробовать на соль. Вот.
А пока фаршик сейчас обжарится хорошо, я туда потру помидорки. Вот. Они тоже с помидорчиками фарш потушится, и будем все складывать и в духовку. И сейчас жду закипания. Так, еще хотела сказать, что у меня тут были небольшие комочки. Я вот сейчас решила все венчиком подсбить, чтобы комочки немножко разошлись. Смотрите, что я сделала. Натерла два помидора. Получается, начала их просто тереть мытыми. Осталась у меня в руках вот такая вот платьица от помидора. Вот. И вот это все сейчас добавляю в фарш. Это немножко потушится, и все, можно уже укладывать все слоями. Так, все-таки чуть-чуть лазаньи не хватит, примерно парочки листиков, ну ничего страшного. Еще мне кладу вот так вот, первый слой лазаньи, перчевый слой, я, в общем, здесь у меня подсказочка в моей тетрадке, лазаньи, потом половину фарша, 1/3 лазаньи, то есть 3 слоя будет лазаньи, 2 фарша и сыра тоже 3 слоя. В общем, лазанья, фарш, соус, сыр. Лазанья, фарш, соус, сыр. Вот, так что делаем. Так, фарш положили. Половину фарша. Сейчас еще 1/3 соусом поливаем бешамель. Кстати, забыла сказать, раз у меня остались помидорки, я решила их сюда тоже вот так вот сейчас выложить. Прямо на фарш. Включаем вытяжку. Вот. И вот это вот все сейчас разложу и в духовку. Так. Ага, ну не хватит на 2, ну пусть вот так вот будет. В общем, вот так вот. Теперь соус. В общем, вот так вот у меня лазанья не заделанная. Ну, сколько есть лазаньи? 3 кладу. Сейчас опять фарш. Помидорчики. А, сыр забыла. Ну, сыр тогда сейчас положу. Что тут? Уберу, наверное, сейчас эти сыр положу. А, я, короче, вечно что-нибудь забываю. Что, сына? Это лазанья. Ничего не трогай, сынок, еще ничего не готово. Сейчас я все приготовлю, хорошо? Тебя позову, договорились? Да. Так, вот такая вот лазанья получилась. Сверху соуса надо все залить, чтобы вот эти вот хорошо пропеклись, приготовили сами листики. Все, теперь накрываем фольгой, 40 минут в духовке при 180-200 градусов. И потом открываем фольгу и едим. Так, ну что, лазанья готова. Самые нетерплячие и голодные мальчики уже просят ее. Так что сейчас я ее наложу, чтобы она немножко подостыла. И тогда... Да. Гриш, ну как ты ее будешь есть, если она кипяток? Мы в кино, да, пока. Так, мы выехали в кино. Все собрались, что сейчас билеты куплены, поэтому заранее прям нам не надо. Так, мы уже на Красной площади. Нам еще даже больше часа, да? Гулять. Маму успели. Да, не то слово. Так, все, мы приехали, алмазы, ура. Алмазы, кристаллы. Алмазы, мне да. Зелененькие нравятся. У меня красный. Ничего, смотрим мой браслет. Синий и зеленый. Все, даже нормально припарковались возле входа. Я не знаю, за сколько лет мы тут, да? Ни разу, по-моему. Не один раз, наверное, когда-то возле Макдональдса здесь парковались. Пошли в магазин «Природа». Пошли посмотрим на кроликов. А здесь кролики, гляньте, какие. А здесь не какие. Только, вот это же не кролики, папа, вот это кто? Это что, морская свинка? Морская свинка. А, Фон, давай. Кто там, кто? Вот этот попугай тети Вере надо, я да? Я пиратский, пиратский. А вот. Вот прочитаю про него. А, про него там написано? Вот а цена написана? Да. Да. 119 тысяч. 119 тысяч? Сижу. Это кресло. И диван. Не, пап, нам надо вот такое раздвижное, да? Стекло, если честно, как-то... С мячиком, да? Нет. Я не знаю. А так сделан как будто... Вот эта лавочка мне нравится, глянь. Да? Тебе нравится такая? Это железо. Крутится? Не
Вот это нас стол, да? Он просто не разработан. Но это будет холодное, да? Да. Ну, надо какую-то подушку. Вот это да, вот это вообще бомбически, да? Это в баню поставить, так, да? Слышишь? Да. Он и легкий, ну, в смысле, затаскивать, да? Да, не такой же много. Классно, да? Здоровски, да. Там это на второй этаж. На второй этаж, а на первый не влезет. Папа, надо поспать. Папа, этот уголок стоит почти 200 тысяч. Я... Пошли, да, поднимемся. Давай, молодец. Да. Так, а мы еще зашли в фамилию посмотреть, здесь открылось. Ну, я пойду в фамилию. Второго, и третьего, и четвертого, и пятого, и шестого. Покажи, а мне 38 надо. Ну, точнее, факт, что... Нет. Ну, ну, прикольная, да? А может, маме лучше вот это? Нет. Мама, да. Вот, это кроссовки утром на проверку вокруг квартала. Какие у меня вот какие. Нет, я имею расцвет. А, ну да, цвет. Бабушкины цветочки, да? Да. Вот. Ну, это с 1 июня будет. Подводная эра. Попробуем печать фотографии из Инстаграма. Попробуем сейчас две штуки, да? За 50 рублей за две. Покажи, какие они. Вот такие маленькие. А ну покажи. Надо разорвать. А, их надо разорвать, да? Все. А, вот такие вот вообще фотки. Пошлите. Все, билеты мы получили. Что там время, пап? Сколько нам осталось? Я, конечно, хочу на большой. Ну, наверное, подождем, когда уже закончится, посмотрим по телеку, да, большой? Большой. Ну почему? Я не люблю такие фильмы. Ты не любишь? Я бы с удовольствием. Да ты чё? Что такое, Тинёк? Я не знаю даже, пап, что я буду. Всё, мы тут всего выбрали. Попкорн, M&M's, Афанасию, Принглсы. Это маме, а папа на диете. Это маме. Да? Так, всё, мы ждём. Сидим. Оказалось, что нам аж не 15, а 35 минут ждать, да? Ну, уже осталось меньше, уже 20 осталось. Все, дождались, идем. Наш второй, да. И вот такой посадили. За что? Все, мы сидим. Дети сидят. Садись, сынок. Садись. Писать будут. Все? А маньте с мамой на руки. Почему? Так, все, мультик закончился. Такой интересный, да, пап? Да. Про дружбу. Пропустите. Пропустите. Да тебе. Сейчас мы куда? Еще вечер. Да еще просто все видно, а то мы обычно же в кино, когда ночью выходим. Да, интересный, кстати. Отдыхаешь. Тебе понравился? Мне тоже понравилось. А я видел, как особенно. Не, он такой, бах, что-то случается. Да, такой, ого. Кто там, Афань? Пошли. А, это мультик кино? Так, мы в детском мире. Тут нашли, гляньте, какой Лего класс. Классный. Что, тебе машина нравится? Нет, трогать нельзя ее. А. В интернете поискать заднюю на Citroen. Там просто уже крепление все. Купили две пиццы. Так, в общем, собрались мы до Олеси. Даже уже включили навигатор, но решили заехать в Летто. Да? Летто называется. Открылось возле Красной площади недалеко. Пошлите, посмотрим. В общем, не особо, да, как-то? Не особо, для такой территории как-то. Ну да, как-то даже бедненько. А бедные петунии, которые им или темно, или они залиты, они все желтые, по 19 рублей там. Ну как-то не очень нам. Не очень. Даже с виду какие-то растения замученные там продаются. Все,
сейчас едем до Олеси. Посмотрим на дачу. Конечно, голубой меня прям убил еще на фотке. Очень понравился. Ну, ну во-первых, я не знаю, он насколько у нас. Но он тень же любит. Ну, он как бы не то, что тень. А такой, что они? Вы не читали? Ну, он любит и солнце, и тень, полутень. Вот так. Ну, здесь как раз вроде как и дерево. Да, вот это укропы ему. Да. Ой, и зелень посадили. Обалдеть. Ну, так немножко просто натыкали уже. Ну, вот она тут уже поснимали. Да. Там можно еще Олеся снять. Ну, как бы. Да. Ну, сверху-то можно тебя заснять? Посмотри на меня. Помаши, привет. Я же тоже должна про Кубань показывать. Да. То я только про хутор. Ой, что-то оно тут. Недавно посадил. Да, Гриша уже одну же собрал со своего огорода. Вот. Надо Афоньке кричу. Так вот, я уже насобирал. Тетя Люся, я уже насобирал. В темноте она красная, кажется, знаешь. Да еще и у тебя это Афоня. Она чистая тоже, кажется. Чистая и красная. Для нас, конечно, вот как бы, если мы тут у нас самого красного не было, да. Для нас, конечно, это счастье, что угол. Это опончик, если смотреть. А так отдыхаешь. Да, дров на коле, скотину на коле. Давай, давай. А Афоня насосом будет. Вот так, ставь. Она хоть не по счетчику? Нет, она природная. Нет. Здорово. Ну как, вам нравится? Вот так, раз. Нам тоже такой, дети? Другой ножкой. Да. О, качай, качай. Качай, качай, качай. Качается? Вот. Давай, 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 полный. Всем занятия нашлось, стойте, да? А вы давайте быстро поливайте пока. Давай, давай, давай. Так, ну что, мы уже все дома. Сейчас пойду умываться и будем уже отдыхать. Сколько мы это получается приехали? Ну, в 10, сейчас-то уже пол 11, все, я посудомойку открыла, у меня как раз мылась посуда. Достала рыбку, хочу завтра пожарить. Вот, в холодильник убрала нашу лазанью. Завтра, наверное, пожарю рыбку и все. Нам больше ничего не нужно будет готовить, потому что лазанья есть, там еще немножко лапши и такое все подоедаем. Вот, так что завтра будем заниматься каким-нибудь что-то по двору делать. Надеюсь, если дождя не будет. Вот, дети уже спать укладываются, там что-то разговаривают. Это всегда так интересно подслушивать, как они там между собой. Так что на сегодня все. Увидимся с вами завтра. Пока. For all the times that you ain't my parade, and all the clubs you get in using my name. You think you broke my heart, oh girl, for goodness sake. You think I'm crying on my own, well, I